Сегодня группа мобилизованных жителей Каспийска в количестве 4 человек отправилась в сборный пункт города Буйнакска для дальнейшей отправки в зону специальной военной операции. Провожали резервистов представители общественности, администрации, парламента республики, а также родные и близкие бойцов. С напутственной речью к защитникам обратился герой России, каспийчанин Энвер Набиев. Я там был, я все это знаю, я через многое прошел и многое видел там. И я вам скажу, вот этот вот боевой опыт у ребят, которые уже там, а уже выполняют задачи, он просто это несравнимо. Вы спрашиваете их, слушаете. Благодаря помощи городских меценатов семьи Расуловых, мобилизованных полностью обеспечили всей необходимой амуницией в рамках работы волонтерского штаба «Мы вместе» по городу Каспийску. Помимо этого, резервистам были вручены денежные конверты от имени предпринимателя и мецената, отца депутата Народного собрания Республики Дагестан Заура Расулова Магомед Расула Расулова.